Смотри, какой он милый. Я бы с ним встречалась. Ты не заметила? Но он типа лиса. Это Йокай. Ну тогда другое дело. Зачем тебе парик? Потому что я буду делать косплей на Гора. На что? Не на что, а на кого? Гора — это генерал армии Ватацуми. Ты говоришь на каком-то непонятном языке. Я тебя не понимаю. Ну, это такой персонаж из игры. Я буду в него перевоплощаться. А зачем? Слушай, давай вместе анимешку посмотрим, и ты все поймешь. Я не люблю аниме. Ну хочешь мангу почитай? Я хочу манго поесть, а не почитать. Да это комиксы! Боже, как тяжело быть анимешником. Я знаю, что тебе понравится. Genshin Impact. Слушай, я не люблю играть. Смотри, какая тут графика. Тебе знаешь, как затянет? Я осознанный человек. Я не буду играть во всякие там игры. Да блин, да где этот сундук? Лера, иди домой. Так, погоди, ты видишь, у меня тут не получается. Приведенного. Я ничего запомнить не могу. А за какие такие заслуги тебе Барышников одной автомат поставил, а? Ты на что-то намекаешь? Да нет, просто интересно. На пары надо было ходить. Привет. У тебя что ли воду отключили? Почему? Волосы. Перед экзаменом вообще-то нельзя мыть голову. Так это если в ней знания есть. А тебе-то чего бояться? Говно. Сколько? 3? Ну слушай, главное же не оценки, а диплом. Да это-то тут при чем? У меня здесь стипендии не будет. Чел, какая стипендия? Мы в этом году выпускаемся. Так тогда пофиг, чё? Слушай, как препода зовут? Кто вообще? Я Макс, ваш одногруппник. Я тебя последний раз в сентябре, кажется, видела. Следующая пятерка, заходим. Борис Николаевич. Спасибо. Что думаете, не сдаст? Нет, конечно. Все, отмучились? Ну как? У меня 4, у него 5. Чё? У тебя даже конспектов не было. Как ты мог сдать? Я готовился 45. Они мне все билеты подготовили, а я просто выучил. Охренеть. Я на пары целый год ходила. А кто-то вот так вот просто. Да, ребят, вы лоханулись. Зато у нас знания. Если бы. Я ни хрена не знаю. Да, я тоже. Опять что ли это смотришь? Да это иди ты. Слушай, мне это уже не нравится. А давай вместе посмотрим. Так ты же уже смотрела. Второй раз неинтересно. Да какой второй? Я уже 4 раза посмотрела. Трэш. Да я не любительница турецких сериалов. Ты их даже не смотрела. Ну да. Давай начнем с базы. Постучись в мою дверь. Сколько серий? Да ерунда, 160. Ни хрена себе. Но есть еще вариант с 30 сериями. Ну это уже лучше. Но они по 3 часа. Тогда нет. Ты видела Серкана? Не в моем вкусе. Слушай, а кто вообще в твоем вкусе? Что ты смотришь? Турция. Греция. Смотри, какой красавчик. Нормальный. Ему, кстати, 45. А как тебе этот? По нему не скажешь, что ему 45. Ты издеваешься, это уже другой. Слушай, я не понимаю вот эту твою любовь к азиатам. Вот сейчас ты точно влюбишься. Он красивый. Он женщина. Ты сама-то не видишь? Я ж тут новую дораму посмотрела. Я не буду смотреть. Тебе точно понравится. Я не буду смотреть. Там классный сюжет. Я не буду смотреть! Сонгук, Шуга, Чимин. Запомнила? Чимина вроде запомнила. Так, давай проверим, где Чимин? Нет. 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 Ну и все, тогда отстань от меня. Дала мне фотку с одинаковыми людьми. Нет, они разные. Там расписание повесили. О, опять 7. Они там что, угорают? О, нам завтра ко второму и 1, 2, 3. 5 уроков нормально. Прикол, мы походу не учимся завтра. Чего? Так у нас физра, изо, музыка, ОБЖ. Выходной получается. Получается выходной. А ты вообще когда-нибудь учишься? По ним разве не видно? Фак, 6 уроков. Во-во, а ты чё в куртке? Так у нас уже закончилось сегодня все, а у нас еще 3. Соболезную. Мы на тур здесь, походу, одни учимся. Сходите кто-нибудь до расписания? Сам сходи. О, как ты что, Ромай Гавайкова? Чё, чё, сложно? Не-не, когда. Ты же вон просто сидишь на фотку роллов смотришь. Слушай, иди отсюда. Ну, я не пойду тогда. Нет расписания, нет уроков. Золотые слова. Привет. Привет. О, тебе что, в общаге блинчиков захотелось, на сковородке не нашлась, и ты решила на голове пожарить? Перед экзаменом вообще-то нельзя голову мыть. Да бред это! Во-во. Пятак под пятку самое эффективное. Вы серьезно? Но это же полная хер. Это танец для успешной сдачи сессии! А нет, вот это полная херня. Следующая пятерка, заходим. Пиздец. Сколько? 3. Прощай, стипендия. А у вас? 4. Они на пары даже не ходили. Это катастрофа. Сколько? 3! Поздравляю! Ой, я думала, опять придется на пересдачу идти. Здорово, пацаны. А вы что такие пасмурные? Тебя в том месяце отчислили. Да и похер, давно пора было. Пойдем похаваем, отметим. Да ну и правильно, что за мелочей заморачиваться? Вот именно. Почувствуй наш Новый год. Что за хрень я переключила? Можно хоть Новый год нормальное что-нибудь посмотреть? Где? Ирония. Она не началась еще. Из-за тебя все уже началось. Что, давайте старый год проводим? Не рановато. 11 утра, куда еще тянуть? А чем вот ты хотела на Новый год? Устойчивое эмоциональное состояние. Блин, а мы тебе уже шоколадку купили. Ну все, можно садиться. Да, ой, надо же родственникам позвонить. Ну что, давай за старый год. По-моему, уже на отмечался. Отец, трес! Как стекло! Оп, оп. Оно и видно. Все, всем позвонила. А это что? Отдохнуть прилег. Что-то совсем уж. Привет, передвал.
Сейчас же уже обращение будет! Где? По какому каналу? Володька! О, очухался. Все, тихо! Русский дух не сломить. Потому что, что бы мы ни придумывали, я не побоюсь этого слова, вы хаваете. Не каждый народ так сможет. Ну то нормально. Заткнись, дай послушать. С Новым годом. С Новым годом! Все, мы с вами в 2022-м. Новый поворот. И мотор ревет. Что на Новый год готовить будем? Не знаю, я все равно не дома отмечать буду. Стоямба. Начинаем. А где? С друзьями. С какими? Егор, Маша, там целая компания будет. Давай-ка ты потом с Егором, Дашей утром соберешься. Да, ну что-то пусть ходит. Или не пусть. Семейный праздник, она непонятно где, непонятно с кем. Да почему непонятно-то с друзьями? С нормальными людьми мы не хотим общаться, а с дебилами, пожалуйста. Гей еще, гей. Ну, вон, такие же, как отец. Такие же хорошие, такие же тупые. Капец, dead inside. Да я уже решила все. Ну ладно, встретишь с нами, а после 12 можешь идти. После 12 ночи? После 12 дня. Да капец, кринж полный. Я бы даже сказал, fuck up. Да я бы даже сказала, что его просто ебану. Подержишь сумку, в туалет сходи? Давай. Хорошо, хоть нет никого. Я ему говорю, Валера, у тебя-то завтра выходной, а мне в школу. Слушай, а у вас уже, ну, было что? Ну, конечно, ему так-то 28. Я, если честно, вообще сомневаюсь, не залетела ли я. А то, ну, этих давно не было. Сделай тест. Блин, а тут точно никого нет? Проверь кабинки. О, Криса, ты что, гулять вчера не пришла? Ну, занята была. У нас же физра, сейчас погнали, надо еще переодеться. Блин, точняк, погнали. Фу, блин, опять свою парашу надымили. Ну ты что там? Это пипец, трэш пипец полный. А ты знал, что черный слив это сушеная слива? Знал, конечно. Но я не знал. Капец, да он. На дом я вам задавала пересказ. Время у нас еще есть, пару человек послушаем. Так, пойдем по списку. Ашкова. Я не готова. Ставлю 2. Быков. Его нет. Его нету. Гехтермештегебекова. Не готова. Гусарова. Ставьте 2. Вы чё, суки, меня подставить решили? Собаки везучие. Игнатов. Не готов. Игорь, ты чё? Надо хотя бы попробовать. Да что пробовать? Я ничего не знаю. Игорь, помни, однажды рискнув, можно все изменить. Да что изменить-то? У меня так и так за триместр 3 выходит. Что у вас там, Игорь, идешь? 3 минуты осталось. Не сдавайся, это удел слабых. А ты, Игорь, ты мощный! Игорь! Игорь! Я попробую. Казаков, успокойся. Я такими темпами до выпускного не доживу. Вот так пронесло. Ну, спасибо, теперь у меня спор между 2 и 3. Мотиватор долбанный. Игорь, да ладно, что ты обиделся, что ли? Пошел ты знаешь куда? На! Игорь. Чё? А можно вопрос? Приказа не было. Не, а почему так? Уже всех закрыли, а мы учимся. Потому что вас это не касается. Мы продолжаем учиться в прежнем режиме. Отлично. Ну, надо наоборот радоваться, что вы самые стойкие. Мы обосраться как рады. Так, пришел приказ завтра из общежития всем съехать. Вот тебе здрасте, и куда мы поедем? Видимо, нахер. Приказ пришел, завтра все должны уехать. Обожаю просто нашу шарагу. О, закрыли. Да неужели? Ну хорошо. И чё, блин, куда ехать? Те же сказали домой. Мне вообще не варит туда ехать. А когда вернуться можно будет? Когда приказ придет? А вы вообще какие-то другие слова знаете? Прикиньте, первую на карантин уже закрыли. Так нас, может, тоже закроют? Даже если все школы в городе закроют, наша все равно работать будет. У меня для вас новость. Нас закрывают на карантин. Да! С 30 по 7. Ловко вы это придумали. Мы сначала даже не поняли. Найс, карантин на каникулы. Что, нас закрывают или не закрывают? Мне знакомые с педа уже сказали, что закроют. Yes! Надо у тьютера спросить. Еще ничего не известно, приказа не было. Всей России известно. А нашей шараги из Мухосранска, как обычно, нет. Ну что, мы с вами снова уходим на дистант. Что мне день, что мне зной, что мне дождик проливной, когда я все время работаю. А ты кем хочешь стать, когда вырастешь? Когда вырасту, я буду работать на телевидении. Да она не может любить меня. Да я люблю тебя. Топ снято. Гениально. Давать разные интервью. Как вы добились такого успеха? Нужно просто верить в себя. А еще у меня будет самый красивый муж. Любовь моя, как я люблю тебя. И мы будем много путешествовать. Мы покорили Эверест. А ты? А я моделью и визажистом. У вас 5 вещей, пожалуйста, проходите вещи, потом на плечиках возвращайте. Спасибо. Конечно, было тяжело. Никто даже не верил в меня. Ты с кем разговариваешь? Быстро за работу. Слушай, поговорить нельзя. Здравствуйте, что будете заказывать? Что, куда мы едем сегодня? Париж.
Твою налево, так чуть не хватает. Ну вот, теперь порядок. Ну что, вы меня спрашивали, как я делаю такие брови? Кто спрашивает? Ты кого-то видишь? Да нет. Я их укладываю вот таким вот гелем. Я все время кто-то вопросы задает. Белка, походу. А вы на меня еще гнали. Домашку, что ли, пойти сделать? Что задали? Задали все. Чайку, что ли, пойти попить? С новыми силами. Так, а что за срач? Совсем другое дело. Ну вот, чая напилась, в туалет захотела. Все, все, железобетонно. Ой, ё-моё. Ты моя хорошая, поиграть хочешь? Я не могу, у меня домашка. А вдруг она обидится? Так, быстро собирайся, мы идем гулять. За мной! 2 минутки отдыхаю и сажусь. Блин, я же тоже зонтик выбрала. Мне кататься. А чё, уже ночь? Ну чё, сейчас без вариантов сажусь. Не, ну как вот в конце дня, уже голова не соображает. Пораньше встану. 5 часов. С новыми силами. Твою мать! Ты встала? Вставай. Ты есть будешь? Нет, там пробки 8 баллов уже пошло. Девушка, вы можете от меня отодвинуться? Куда? Димас, вставай. Ты ж утром в душ хотел сходить. Да, сейчас встаю. Ты в душ? Угу. Там воду горячую отключили. Ну, пойду тогда еще полежу. Наконец-то. Блин, опаздываю. Успела. Ну что, вроде так-то еще не грязная. Не пойду. Шнуров здесь. Шалом. О, успел. Вот сука. На сегодня все, можете идти. Наконец-то. Может, сходим куда-нибудь? Ага, чтоб я домой вообще ночью вернулась. Смея на остановку. Я так устал сегодня. О, свободное место. Не стыдно? Наушники надела, глаза закрыла и делает вид, что не видит. Садитесь. Не сяду, совсем уже оборзели. Ну что, как на учебе дела? Тебе вкратце или с подробностями? Вкратце. Пиздец. Следующий участник. О, ничего себе. Здравствуйте, меня зовут Мария. Мариночка, что вы нам принесли? Домашний сметанник. Мария, скажите честно, вы на него сели? Нет. Уронили? Не роняла. Роняли? Не роняла. Роняли! Нет! Да! Ну попробуйте уже. Режем. Мария, вы что сказали? Я не говорила. Вся студия слышала, как вы сказали, блин. Ну пробуйте уже. Я сам решу, когда мы будем пробовать. Пробуем. Оля. Мне все понятно. Очень сухие полуфабрикаты. Во рту как будто пустыня. Ты говоришь нет? Я говорю да. Спасибо. Мария, я хочу пожелать вам удачи в следующем сезоне, потому что до этого вы не доросли. Вы его переросли, Мария! Вы в финале, вы победитель! Но не в этом сезоне. А в этом и в следующем вы всех победите, Мария! Слушай, ты что? Мария, ты идешь дальше в следующий сезон. Так, подождите, я что-то сам уже запутался, я ничего не понимаю. Ну что, сколько уроков задали? Все. Ладно, иди, начинай, сейчас приду. Ой, а как тут? Ну вот же, здесь слово исключение, а здесь запятая. А как тут нарисовать-то надо? Ну вот же, это сюда, а это сюда. Давай уже повнимательнее. Напишите материк, на котором вы живете. Ну что непонятного, ты не знаешь, где ты живешь? В Екатеринбурге. Ну, а помасштабнее? В России. Еще глобальнее. На Земле. Твою мать! У тебя вопрос про материк. Ты материки не знаешь? А, Северная Америка. Все это какой-то пипец. Отец! Че, опять спишь? Быстрее иди с ребенком уроки делать. Че осталось? Математика. Ну все, начинай решать. Да я не понимаю, как это решать. Че непонятно-то? Что-то правда непонятно. Все же элементарно. Мы это вычеркиваем, это убираем, это тоже нахрен выбрасываем. Все, проверяй ответ. 2650? 1150. Да как так-то? Открывай ГДЗ. Все в душ, mm-hmm. Я за тобой буду. За мной еще 6 человек. Ну, вроде не такой уж и грязный. Сань, можешь из комнаты на часик уйти ко мне? Сейчас Маша зайдет, будем домашку делать. Домашку? Ты когда на парах последний раз был? Че ты к словам цепляешься? Ладно. Блин, еще ты тут. Привет. Привет. А ты почему не ешь? Ну да, еду поем. Да у меня тут так по мелочи, сэндвич, кесадилья, овощи еще есть будешь? Нифига. Твои родители случайно не рестораторы? Нет. Тогда откуда у них такой повар? Не обращай внимания, я с голодухи бред несу. Положишь мне? Ты что, спать уже? Да, завтра надо встать пораньше. Ну давай. Твою мать! Я смотрю, туса в разгаре. О, привет! 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 Не скажу, что рада нашей встрече, но списывать-то у кого-то надо будет. Выступает ученица 11 класса Мария Куликова. Я хочу представить вам наших преподавателей Горбунков Семен Аркадьевич, заведующий отделением.
А ты из какой группы? Из твоей. А, ну да. Кто-нибудь знает, ко скольки нам сегодня? Чего никто не отвечает? Сейчас все расходимся по своим классам, у вас будет классный час. Наконец-то. Проходим все в аудиторию 206 для выдачи студенческих билетов. Твою мать, вы что там все сдохли, что ли? Мне ответит кто-нибудь или нет? Шнуров, ты охренел? Ты в общаге напротив шараги живешь, сходи сам да посмотри. Ну чё, гулять идем? Ой, не, я домой, надо морально подготовиться. Тоже верно. Ну чё, давайте в кафешку сходим, посидим, познакомимся. Да, давайте сходим. 4 пары? Они там совсем что ли еба... Ну красотка, уже в институт, оглянуться не успеешь как. Семья, дети, работа. Мам. Познакомишься, может, с кем-нибудь. Может. Одногруппников ты уже знаешь своих? Сегодня и узнаю. Где моя группа? Бабы. А у нас одни девочки в группе? Нет, почему? Вон парень есть. Последняя надежда. Привет. Здравствуйте. Которая только что умерла. А нас что, 3 девочки всего? Угу. Грустно. Грустно ей. Бедненькая. Вообще-то мы сюда учиться пришли, а не в любовь играть. Да ты-то понятно. Алло, мам, плохие новости. Я стою старой девой.